Всем привет, и с вами как всегда The Game. И давно не снимала, короче, прохождение каких-то игр, но это будет не прохождение, это будет обзор на игру Unravel. Это аркадная игра, платформер. Я не снимал вообще подобные игры, потому что не было подобно хороших таких, были в основном на один раз. Эту даже можно пройти, но я не буду проходить, просто это будет простой обзор. Давайте, я думаю, приступим к этой игре. Поехали. Так, мы играем, короче, за вот такого черта. Он, похож на какую-то, я не знаю, нитки, вот, точно, нитка, вот. Яблоное болото, море. Поехали на море, короче. Съездим. Ну, что, ребят, ну, в смысле, нельзя на море поехать? Ребят, вы сейчас, давайте мне, я, в смысле, я еще, ну, и мне все равно, прыгаем. R12, F12, используй, поднимитесь наверх, V, ну, давай поднимемся наверх, что у меня. А, F12, надо подняться просто, наверное, да, получается? Давай поднимайся. Он просто хочет, ну, качком быть видно. Хотя ладно, пошли так. Короче, суть игры, это как приключение. Вот черт, я даже не знаю, куда идти, в принципе. Ну ладно, пошли поднимемся. Мне кажется, здесь надо было наверх. Точно не туда, вот эту вот, кажется, я еще не прошел. Чертополох и сорняки, ну поехали. Игра довольно прикольная, и даже, я бы сказал, по графике она вообще просто шикарна для своей игры, так сказать. Как пропускать, не знаю, так что похер с ним. Для своей игры, серьезно, графика довольно достаточно хорошая, так что как-то так. Что у нас тут? Редко встречаю хорошие платформеры, тем более сейчас в наше время, хотя в наше время нормально все выходит. Раньше были какие-то не те, ладно. Я вообще раньше платформеры как-то не гонял, не было такого желания. Да я сейчас вообще и стратегии, в принципе, начал играть некоторые. Раньше не играл, не любитель. Я вообще, у меня было только две игры, которых я любил, это сюжет, точнее, игр. Это экшен, шутер, и больше я не любился, даже гонки не играл. А вот сейчас как-то зарубился в гоночке, и все. О, бедный Вася, у меня нитки закончились, по-любому сейчас. Я знаю, что надо делать, смотри, берете так, чего-то двигайтесь. Опа. Вот и все, Вася. Пацан, он на нитке, ребята. Ничего вы хотите делать, пацаны, я не понятно. А во время бега вы будете прыгать все дальше и выше, и дальше, и дальше. Ой, я помню. Я ж сначала играл тут. Посмотреть как надо, что я снимать, вообще буду, как вы сами понимаете, да? Давай, прыгай, ну ты сможешь, что-то мне. А, F12, черт его дери. То есть то, что это вообще F12, вы не думаете, это у меня на мышке, короче, а то я так вытянулся. Поехали. Кстати, он здоровый, что он тянет такие вот эти вещи. Громил Халком хочет стать первым сейчас. Так, что у нас? R бросит херню. А что дальше? А, хорошо. Давай, ну черт, как-то. Неудобно. Ты ассасин конченый, я тебе говорю сюда. Стой, давай нормально, я уже в управлении запутался, что у меня на это? Давайте на другую поставим. Надо на другую будет поставить, но я сейчас по-любому ставить не буду, ленивый этот пиздец. Да ёпту, все ставлю, мне ставим управление, когда заходим. Я не могу, наверное, дотянуться, серьезно, кто такой будет поставить? Я не знаю, давайте, что, на тап у нас нету, давайте тап будет. Shift, какой shift сюда? А, shift. Давайте shift это будет, что? Шип, у меня просто мышка там занята, потому у меня несколько кнопок, просто F5 у меня занята. А вот F, о, шип нормально, потому что нормально вообще отлично. Что у тебя тут? Это типа воспоминания, я как полагаю, это, короче, воспоминания самого персонажа, что-то такое. Как я знаю, игра не настолько долгая, но вообще платформы не настолько долгие. И вообще, я знаю мало сюжетных платформеров, может, я просто конченый пиздобол, но, насколько я знаю, то их мало. А, вот. Да еб... Я тебя зря ассасином назвал, чё? Понять не могу, что. О, красавчик. Натуральный отсос. Так. А, прыгать. F. Чё? Так, вот тут я, короче, запутался, ребята, на самом деле, я не знаю, что тут. Нажмите F, прикрепить стяжку, попробуйте создать мост из пряжки.
S, чтобы спуститься. S. И что вот я не могу понять? Вот что он от меня тут хочет? Ты что-то, блядь? А, Вася, смотри. Далее, вот так умеете? Игра кончена, ты человек. Что я сразу таки догадался? Вот это вообще понять. Ну, пусть он будет завязан, так прикольно. А, и потом вот сюда, да? Потом пряжку надо делать. Давай, давай, завязывай, блядь. Пошли, давай завязывай. Умеешь? Надо что, учить надо? Давай, видишь? Это не дождь, короче. Ой, яблоко. А, яблоко, да, похаван. Офигеть. Красавчик, респад, пристав просто тема. Помните свое лосо? Удерживай shift, чтобы и поднимитесь наверх, используя вам больше. Ну, то есть мне надо как-то там пряжку, да? Ага. Давай, сука, прикрепи кончик. Там не туда, ну. О, блядь. Подожди, я тебе говорю, подожди. Красавчик, слушай. Я вот тут. Давай. О, красавчик. Не подводит, не подводит. Нормально. Типов. Что тут? Спейс прыгнул. Сюда форм. Давай, с этой платформы. Потяните вниз. Нажмите спейс. А. То есть, насколько паркурист у нас. F12 держу, использую S, безопасность. Пообража. Так, и что дальше? А, вот. А, мы, короче, дерево перелазили, я понял. А обойти, сука, просто дерево нельзя. Все, пошли, ладно. Ч это там просто? Это просто игра. Дальше пошла, давай. Нормально. Мы скоро так здоровяками скоро отвечаем. Вот тут графон, честно, я охерел, посмотрите, блядь, просто, блядь, жестко, что делать? Ты что, совсем? Ну, ну, конечно, сейчас, сейчас тебя затопит, сука. А, не, нормально, это как душ, короче, я этим душ, блядь. Сука, он тонет. Шаг не тони, вот конченый шаг, блядь, он тонет, я знал. Что делать, есть, чтобы сходить за пределы. Сейчас яблоко же всплывет по-любому. Сука, яблоко всплывет, не спрыгай с яблока. Страусиное дерьмо. Все, поехали, поехали. Да похер, похер. И одна поднимемся уже. Сука, он тонет. Сука, он конченый, он тонет. Ну похуй, я обратно. Одно яблоко мало бы совсем. Это конченый, тонет. Давай его подвинем, 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 давай. Блять, я его подвинуть хочу, а он не хочет. Все, пизда, да? Конечно, блядь, мертвец спир. Кончено. Что тут сделать надо? Вот объясните просто мне. Ну я понял, там яблоко. Короче, спускаем его туда, я просто, блядь, скорее всего, штуплю, блядь, кончено там. Давай, спускай его. Ломай вас. А, вот. Берешь вниз, тянешь. Все, сейчас вода поднимется, мы пойдем отсюда. И физика, кстати, в этой игре офигенная, как я заметил, потому что тут прям что-то все так четко сделано, то, что у нас яблоко соскальзывает, вода, вы посмотрите, просто пиздец какая нас. Хоть это не как физика не относится, но бог. Энд. Если вы застряли, удерживайте. Энд. А, дайте перезапуск. Энд это и пиздец.
Хорошо, буду знать. Здорово. Что тут у нас интересно? Это мы домой, да, пришли уже? Или что это у нас за хэ? Короче, это, как я понял, уровни, то, что там были. По-любому. Серьезно, блядь, у тебя что не... По-любому мало каши жрал. Давай, продвигайся, да похер на это как мыши, сука. Похер на них, блядь, я своего добьюсь, блядь. Добьюсь я своего, блядь, дайте мне это похавать, или что это за херня, дайте мне ее, а там мне, блядь, он лежит, блядь. Конченые цветы, блядь. Во, красавчик. Нахер я привязал? А. Как зачем? Вот, блядь. Да, по-любому. По цветам сейчас попрыгаем, мы, блядь. Нахера он прыгать не умеет, правильно? Давай по цветам. Давай под. Вот куда он завязал? Куда он, сука, завязал? Сука, у него ниток нет, конечно. И что делать? Это кончено. Возьми хаву. Что это? Как мне взять? Ой, блядь. Давай наверх залезем, пофиг, хер с ним, блядь. Началось. Так, смотри, короче, как будто старый. Да ёпки. Все, стой, я знаю. Пусти. Под сюда. Во, давай. Тяни его. О, вот это я жесткий, слушай, догадался, урод вонючий. Поехали, блядь. Не дай бог, у тебя еще нитки кончатся, это убью. Что, че у него вообще нитки кончаются, мне непонятно. Хотя, в принципе, это реалистично, ну ладно. Не будем докапываться, я прошибить. Так, это, короче, велосипед, что, знаете, давай, поехали. А, это да, это велик, пацан. Давай, поехали. О, сейчас хоть покатаемся, слушай, хоть какой-то будет. Поехали. Просто сильно, слушай. Поехали, я сказал. Че, подожди, мы должны кататься, а не, блядь, вести ему тяжело. Вы че, офигели, блядь? Я понял, для чего это, в принципе, ну ладно. Ну тяжело как бы это тащить, вы что, не понимаете это? Для чего нибудь поднять? Давай. Красавчик, открывай, поехали. О, с ветерком, Вася. Сейчас горки. Воу. Я так же отвечаю катаюсь. Рот ставлю. Вот таком сейчас. Так же катаюсь. Так, что там дальше? Там я вижу ветку, может попрыгать куда-то туда, но я хер туда не хочу. А, надо, блядь. Надо. Надо, сказали. Вот сказали надо, значит надо. Давай, покрысь хуй. Блять, он сейчас все нитки использует, конченые. Что делать? R, по-моему, Shift, нитка, блядь. Я не понимаю. Стой, я знаю. Давай. Ну. Ты, блядь, не можешь наверх запрыгнуть? Или чё ты вас не могу понять? Что он несет? Ты хер знаешь. Давайте тогда на этом закончим. Так, просто поиграли, посмотрели. Более не давно не записывал видеоролик по этой теме. Так что давайте на этом закончим. С вами был Кристалл за Гейм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВК. Подписывайтесь на ВК. Короче, много куда подписываться, ребят. Сложная тема. Ладно. И всем пока.